Донорскую кровь даже при нынешнем уровне медицины невозможно в полной мере заменить аналогами, потому сегодня многие осознают важность донорства. Например, Екатерина, девушка-студент, и сейчас она впервые сдает кровь. Мне сказали сначала, что это полезно просто для здоровья, а потом почему бы и нет. Вторая положительная группа крови. Вот это резус. 133 гемоглобин, посмотрите, хороший гемоглобин. Можете сказать, почему не прошли? Вены плохие. Вены плохие. И что в дальнейшем? Ну, видимо, уже нет. Все. Сдала свое. Не смогут стать донорами и люди, которые весят менее 50 килограммов, а также те, кто недавно переболел или выезжал за границу. Об этих запретах и о том, что за двое суток нужно соблюдать определенную диету, не понаслышке знает Галина Абрамова. Она почетный донор России и сдает кровь уже 48-й раз. Я раньше вообще боялась сдавать кровь. Потом как-то к нам на работу приехала станция переливания, и срочно потребовалась вот именно моя группа крови. Я думаю, ну я могу спасти чью-то жизнь, переступить через себя. Ну и все, и с этого все и началось. Галина когда-то сама лежала на больничной койке и нуждалась в крови. Подробности происшествия она сохранила в тайне, но после того случая записалась в ряды доноров. Все это теперь как бы дело моей жизни, наверное, сдавать ее. Не отстают от горожан и сами сотрудники республиканской станции переливания крови. Фельдшер лаборанта Сагмадаржиева не раз сдавала кровь. Вы почетный донор? Нет, еще пока не почетный. Сколько раз уже сдали? Я сдала уже за 20 перевалила, но уже идем к почетному донорству. По словам Сагмадаржиевой, мужчины редко приходят, боятся вида крови. А вот здесь сидел один и вот так прямо плюхнулся сюда. Это боялся и... Но он уже сдал. После этого я что-то здесь немножко отвернулась, и он уже падает. Кровь принимают платно, хотя, сразу скажем, самооценка после донации поднимается гораздо больше, чем вам заплатят. Она у нас сейчас составляет 600 рублей. Почетные доноры России, они у нас сейчас получают денежную компенсацию в год. Это более 14 тысяч рублей, независимо от возраста. Добавлю, что в республике более 2000 почетных доноров. Каждую дозу крови распределяют на эритроциты, плазму и тромбоциты. Таким образом, кровь одного донора может спасти жизнь нескольким пациентам. Если вы решили помочь тем, кто нуждается, самое время начать. Будамонхой, Светлана Шикунова, Данила Жарко, телекомпания АТВ.